Выставка декоративно-прикладного творчества под названием «Тепло женских рук» проходит в детской художественной школе. На открытие выставки были приглашены рукодельницы, виновницы торжества, женщины разных профессий и интересов, которые объединяет одно – желание создавать неповторимые и удивительные произведения своими руками, несущие радость и тепло души. Представленные работы выполнены в различных стилях и техниках – ручное вязание крючком, мягкая игрушка, скрабукинг, мраморирование, декупаж, вышитые бисером именные иконы, куклы-обереги, куклы-трепиенцы и каркасные куклы. Все участницы были награждены грамотами. Рукодельницы немного рассказали о своем увлечении. Трепиенца, наверное, вот балерина. Ну, хотя балерина тут уже, тут еще и каркасная форма, да, идет. Балерина читающая, тоже трепиенца. То есть смысл какой, что все части тела фиксированы, шьется из ткани на машинке, потом все фиксируется, сразу задается поза, сразу выкраивается тоже в соответствии с позой. И образ создается либо только глазами, либо даже глаза не делается, делается румянец. Вот. Основное идет это наряд и основное поза, там, наклон головы там, и так далее. Потом уже появилась идея делать шарнирные куклы, и, соответственно, он захотел, чтобы они двигались, чтобы какие-то позы принимали дополнительные. И, опять же, мы люди русские, нам хочется потом все-таки дорисовать где-то глазки, где-то носик сделать, где-то ротик. Поэтому появились уже куклы вот с лицами и появились куклы шарнирные. Удивительные процессы, было прикольно наблюдать. Процесс завораживает, когда этим занимаешься, как бы вам сказать, я как будто медитирую. Наши мамы умеют все на свете. Они строят дома, лечат людей, выступают артистами на сцене, воспитывают детей. Хочется поблагодарить за заботу и умелые руки. А администрации школы выразить слова благодарности за предоставленную возможность увидеть работы мастерицам урчанок.